Собирательный портрет Курска. Автор – нейросеть. Олег Радин с изображением категорически не согласен. Его город – не брутальный красавец на фоне готических крыш, а мудрый старец, как на собственном автопортрете, написанном 40 лет назад. Почему-то вот, когда про Курск говорит, а сюда ссылали, а бы кого попало, да? Вот и поэтому это в генах там у нас осталось, мы вот там такие какие-то нехорошие. Серафим Саровский. Достаточно, наверное, одного имени, да, не говоря уже там про Дейнек, про Свириду и про всех остальных. Это достаточно для того, чтобы понять, какой город Курск. Серафим Саровский, а не это чудище. Никакая нейросеть не заменит руки художника, настаивает Радин. В доказательство работы его коллег, курских авторов Ларисы Саевой и Владимира Конищева, Леонида Войнова. Тех, кто способен отразить чувства и эмоции классическим способом, с помощью кисти и красок. И аналогов у таких работ быть не может.